когда началась война, папа с семьей эвакуировались в Челябинскую область, город Копейск, и предлагали забрать бабушку и дедушку. Бабушка и дедушка сказали: нет, мы никуда не поедем и Верочку не отдадим. Так и остались мы. А потом дядя. Дядя работал тогда на 49-й, у нас такой завод был механический. Он тоже, когда уезжал, тоже говорил: поехали со мной. Бабушка, дедушка сказали: нет. Мы законопослушные, мы никому плохого ничего не делали, мы никуда не поедем. По радио сказали, но я почувствовала войну, когда начали бомбить. Город бомбили, и к нам бабушка ложила на пол матрас, и мы на полу спали, укрывались теплым одеялом. И вот в наше окно пролетел осколок и прожег одеяло. Вот это уже началась настоящая война. Вы помните ли вы момент, когда немцы вошли в ваш город? Вы знаете, я помню, что только вошли, и началась вот эта неразбериха сразу. Буквально, ну, я не могу точно сказать, сколько дней, не буду врать, я этого не могу сказать. А вот что это совсем короткое время прошло, и дедушку и бабушку с вещами, и все, а дедушка и бабушка оставили меня дома. Сказали: стой здесь, возле палисадника. Прощались они возле... Ну, как будем говорить, длинный дом, двор такой. А я, меня оставили возле палисадника, а все остальные со двора, все шли, пошли их провожать. И дедушка, он очень был близорукий, он был в очках, пенсне. Все время поворачивал голову в мою сторону. А бабушка даже ни разу не повернулась. У нее были сзади коротко постриженные волосы, такие, ну, знаете, как... подбритые немножко даже туда затылок, она ни разу не поворачивалась. Вот я сколько я вспоминаю, я вижу дедушкины глаза, эти очки, а бабушкин затылок, это в тот день. Так они и ушли, ничего они мне не сказали, ничего они не сказали, что куда их зовут, куда им идти, ничего. А когда меня Лапо повел, Он меня взял и повел комендатуру. Повел комендатуру, приводит. И коридор, длинный, я помню, длинный коридор, и по обе стороны двери. И он подходит к одним дверям, и двери приоткрывает. А я маленькая, заглядываю, а столов много, один возле одного. И немцы худые такие, в зеленых мундирах. Кричат: закрой дверь, мешают. И в это время идет румын. Ну, в чине. Я чину не знаю и сейчас не знаю. Ну, он был именно какой-то, именно такой румын. Ну, как руководитель какой-то. И он идет по коридору и говорит, и этому Лапу говорит: ты куда девочку привел? Он: так сказали. Я спрашиваю, куда ребенка привел? Так велели. Это дословные слова, понимаете? Вот как вроде припечатались. Он говорит: уходи, уводи сейчас же. И он топ-топ-топ-топ меня за руку и отвел. И тогда вот это, после этого дед меня начал уже прятать, вот это я вам говорю, по канавам, по этим, по всем, чтобы никто меня не нашел. И вдруг... приходит повестка, чтобы мы с мамой. Нет, вначале мама, чтобы она пришла к коменданту, или как он там назывался. Вот, мама пришла, рассказывает. Он сидит за столом, мама стоит перед ним вот такая вот. Он открывает ящик стола и достает бумагу. И говорит: вот, Вера Зиновьевна, на вас поступил донос, что ваша дочь, это дочь еврея, вы были замужем за еврея, и ваша дочь еврейка, и вы тоже еврейка. Ну, тут видно мама, у нее, видно, была какая-то сила воли, может быть, было жуткое стремление спасти меня хотя бы, понимаете?
И она вся вот взялась в один этот и сказала, ничего подобного. Я полька, да, я жила с евреем, но мы разошлись. Дочь у меня от русского. Он говорит, хорошо, тогда давайте пусть придут два свидетеля. И пусть они, мы с ними побеседуем. А кто пойдет свидетелем? Вот вы спрашиваете, соседи, да? Ведь за не, эти показания неправдивый расстрел. Тем более речь идет о еврействе. И все-таки вот этот Антон Иванович пошел, украинец. И подговорили еще, уговорили Ясинскую, Марию Ивановну, по-моему, полячка она, полька. И они пошли свидетельствовать. Они прекрасно знающие, что, как говорится, к чему, да, они пошли свидетельствовать, что мама действительно полька и так далее. Ну, в общем, там вопросы были. За 2 часа их держали, а мы с мамой тоже пришли, были, ну, должны были прийти, и мы сидели в коридоре, ждали, чем все это кончится. Вот, ну и спрашивают, да, говорит, действительно была замужем за евреем, но они разошлись, они расходились. Она молодая женщина, она стала встречаться с русским, и вот девочка, видите, родилась уже поздно, родилась уже от русского. Угу. А почему вы считаете, что она полька? Ой, говорит, да весь дом, весь двор слыхал, а там же, я говорю, 2 дома двухэтажных во двор выходит вообще. Как он на нее кричал, и обычно он кричал, типа, вот эта шляхта польская, папа будто бы кричал на весь двор. Неумейка, никчемушка, в общем, толку от тебя никакого, да. Я даже видеть тебя не хочу. И потом, говорит, они и разошлись. Вот как мы узнали, что она вот, полька. Ну, в общем, не знаю, конечно. 2 часа надо было о чем-то говорить. И они все. Ну, когда они вышли, дядя Антон маме так кивнул. Говорит, они были красные, потные. Они были на грани тоже жизни и смерти. Это еще ж не все, а потом вдруг еще что-то. Вот. Ну, и когда мы зашли уже туда, к этому коменданту, вот, мама говорит, у него вот как эта комната, допустим, да, с двух сторон, там вот эти секретарши сидели, а у него дверь, кабинет туда, и мы, говорит, шли через весь этот. Вот, ну, мама, говорит, ноги ватные были, она еле переступала, а и вот эти вот разговоры, ой, какая девочка маленькая, ой, как ее жалко, такая хорошая, ой-ой-ой-ой-ой, да как же, ой. В общем, все вот так говорят, ну, мама думала, ну, все уже, ну, приговорены. И когда мы зашли к нему, он, говорит, поднялся, подошел, внимательно на меня посмотрел. А я же говорю, я даже курносая почему-то была. У меня вот форма нос такая странная. А в тебе цвет просто курносая, сероглазая, такая подстриженная такая. И вы представляете, он подошел ко мне, так вот поднял лицо и говорит, Господи, какой же это еврейский. Значит, возник вопрос, как увековечить память тех, которые расстреляны были просто так, потому что они евреи. Вот. Ну, здесь не только евреи расстреляны, а и военнослужащие. Госпиталь был в Молочанске. Вот. И всех раненых тоже сюда свезли. Здесь как раз такое место было. Проходил противотанковый ров. Здесь был со стороны от Мелитополя до Васильевки. Вот. Ну и мы поехали в карьер, выбрали вот эту глыбу каменную. Так Запорожская синагога надпись нам сделала, и мы наняли людей, которые смогли вот эту надпись воспроизвести на этом камне. Какие-то проблемы с украинцами, с коренными жителями, вот не было никаких? Были, да. Даже это, были разногласия, даже ходили и говорили, что вот здесь же женята живут, и, в общем, все такое. И мы были дважды на списках расстрела, наша семья была. А потом началось то, что начали что-то же преследование, и нас раз предупредили маму, что убирайся с детьми, потому что вы на списках и вас могут убить. Ну, за нами приехали и забрали нас, подсадили на этот и привезли в скверик. И когда нас уже наставили на нас расстрелять, началась бомбежка опять. И этим мы спаслись.
когда второй раз уже мы попали опять в списки, шастались, пришел дядечка, принес нам две булки хлеба и сказал маме моей: бери своих детей и уходи, я больше вас спасти не смогу. И мы ушли за город, там нас спрятали. Это дядечка наш, из украинцев или немецкий? Нет, наш дядечка, да. Полицейский? Да. Ну, он, видно, что-то был связанный. И мы, значит, тут это ж ушли туда, а до этого мы еще тут прятались, и по подвалам. И пряталась, я сидела в уголке в подвале. И только мы вышли, а туда упала бомба. И эту бомбу уже забрали после войны. Это я тоже хорошо помню. Ну и вот это ж, когда нас второй раз предупредили, мама забрала, ушла с нами за город. Мы взяли с собой козу, которая нас кормила. И там вот это на том этом нас спрятали как могли. И на крыше, и в подвалях, и в стогу сена, везде нас спрятали. И так мы сохранились. Представьтесь, пожалуйста. Я Поля Раиса Исаковна до замужества, а по мужу Зеликман Раиса Исаковна. Родилась я в Винницкой области Барского района, село Елтушков. До войны это было местечко. Во время войны мы с мамой остались на оккупированной немцами территории. Когда проходили войска регулярные, они нас не трогали. Мы прятались в подвалах. Потом пришли эсэсовцы. Они начали сгонять всех евреев местечко из других сел на базарную площадь. Окружили нас проволокой колючей, высотой 4 метра, поставили дежурных с полицаев, с немцев и сочувствующие изменники Родины. Когда нас поселили туда, начались погромы. Погромы начались с того, что начали вывозить людей с лагеря, с гетто. Больше эти люди не возвращались. Далее была работа в колхозе. Все сгоняли на уборку урожая. Затем начали убивать людей прямо на улице. Затем, вот после второго погрома, они начали искать людей на чердаках, по улицам, по домам. Но люди начали прятаться. Так и мы с мамой и с тетей спрятались в нише. Это была пристройка к дому, который закрывался на чердаке, и соответствовало продолжение крыши, железа. Так что, когда они проходили по чердаку, не видно было, что там люди спрятаны. Они кричали: «Жиды, выходите, мы будем стрелять». И в это время я захотела пить. Мне всего 4 года было. И я показала на рот пальцами, что я хочу пить. Я знала уже в те годы, 4 года, что нельзя говорить.
мы так напуганы были, что дети, совсем не было детьми, а как взрослые, все понимали, все слушались, все выполняли. После второго погрома нас вывела учительница Сосницкого, тоже с Винницкой области. У нее был украинский паспорт. Она вот связалась с колхозником, будущим партизаном, и начала по этому паспорту вывозить родню с лагеря. Она это вот по воскресеньям они разрешали людей, у которых был украинский паспорт, идти на рынок и закупать продукты для всех. Этим воспользовалась эта учительница. Она связалась с партизаном, который жил на Слободе Ялтушковской. А Слободу отделяла от Ялтушкова речка. И так она вывела на эту Слободу всю семью. Затем этот партизан связан был с другими селами, и нас начали переводить с одного села в другое село, пока мы, кочуя ночью по кустам, по вот спаханной земле, не дошли до Копайгорода. Там у власти были румыны. Румыны евреев не трогали. Они только собирали как цыгане дань. И так мы спаслись. Раз в жилище земном руки грея, я отца смело спросить, кто же мы такие? Мы евреи, как ты это смело позабыть? Я сама не знаю, как я смела. Было так безоблачно вокруг, я еще подумать не успела. С детства было как-то недосуг. Дни стояли сизые такие, непогода улицы мила. Родилась я осенью в России, и меня Россия приняла. Напоила беспокойной кровью, водами живого родника. Обожгла недоброю любовью русского шального мужика. Родину себе не выбираю, начиная думать и мечтать. Родину на свете получаю непреклонно, как отца и мать. Родина веселья и печали, неразлучны были мы с тобой. Родина, в любом бою и горе за тебя стояли мы стеной. Песни журавлей, родные звуки, тихие вечерние поля. Я к тебе протягиваю руки, родина любимая моя. Ты скажи мне, девушка, на Рейне, старый струн, забытый полусон. Чем мы виноваты, Генри Гейни? Чем мы виноваты, Мендельсон? Разве все, чем были мы богаты? Мы находимся возле водокачки, на которую гнали людей, которые по сути своей заменяли лошадей, и так эту бригаду и назвали. Поющие лошади. Расскажите, пожалуйста. Да. Вот эта водокачка, рядом был сделан бассейн. С водокачки накачивали туда бассейн воду, и люди, которые тут жили, брали прям воду с бассейна. И вот с Литмаш оттуда эти люди, которых называли поющие лошади, везли эту длинную бочку для воды. И набирали с бассейна воду эту, холод ли, жара ли, набирали. А еще сидел, так сказать, на
наездник, латыш, и длинной палкой бил людей, заставлял петь песни. Так они назывались, эти несчастные поющие лошади. Ну, у вас уже говорил Николай Евсеевич, так вон, когда первый раз увидел это дело, он бросил ведро и прибежал домой и плакал. Сказал, я больше по воду не пойду. Завислой сонной лежат в земле сырой Сережка с малой бронной и Витька с маковой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире их матери не спят, одни в пустой квартире, их матери не спят. Значит, нас семьи погрузили в эшелон, в такие вагоны, как теплушки, короче говоря. Вот. А отец оставался вместе с группой рабочих вторым эшелоном, значит, там грузили оборудование, и позже уже они отъехали. Что надо сказать, что когда наш эшелон с стариками, женщинами, детьми направлялся уже на восток же, в сторону Урала, над нами пролетали немецкие самолеты, и несмотря на то, что они видели, что эшелон идет на восток, а не на запад, все равно начали нас бомбить. Это был ужас. Все повыскакивали из вагонов. Мама, я помню, накрыла с собой младшую сестренку, а я лежала рядом. И буквально где-то недалеко, метров 10, разорвалась бомба, накрыла нас пылью и грязью. Ну, потом они улетели. Вагон наш не пострадал, правда. Видели же немцы, что выскочили дети, старики. Нет, продолжали бомбить. Вот так. Так что под бомбежкой пришлось побыть. Долго после этого мне снились эти вой этих немецких самолетов, мессершмиттов. Как страшный сон. Вот. Были мы в оккупации. Маму два раза с моей грудной был мальчик. Ну, по рассказам моей мамы. Дважды в душегубку евреев собирали, и она со мной на руках ввели в душегубку. И что характерно, что среди немцев были порядочные люди. Что дважды какой-то, я не знаю, как мама не говорила, как его зовут, дважды он ее выдергивал с этой толпы вместе со мной. И говорил ей, корми Рус Ивана, и маму это. Мы находимся сейчас у Звалиановской балки. Вот здесь, где поле, каждый год колосится пшеница. На этом месте были расстреляны невинные еврейские семьи, 124 человека. Как раз на этом месте покоятся их тела. Но так как земли уже распаеваны, было решено поставить памятник не именно на месте
похоронение, а немножечко в стороне. Когда в 1932-1933 году была засуха и начался голод, то евреи не дали нашим людям умереть от голода. У нас никто на территории вот этой части Сталиндорского района, никто не умер от голода. Они делились продуктами, чем могли всем. Ну, короче говоря, не спасли людей. А вот когда началась оккупация, вот тогда наши люди... Ямы рыли в этих сараях, такие строили стенки тонкие, туда прятали или семь, или там в одиночку людей. Вот, например, жила тут у нас раньше дочка ее, Мария Волык, она хлеб такой, свиньи там были, она там построила такую стеночку за ночь, и вот туда спрятала семью. А вот семью Скловских прятала там женщина Соловей Гарпына, семью, значит, прятала она в сарае, где был сарай до войны, там корову было, все, они забрали все, они стенку такую тонкую делали, там семья. А старший сын под скирдой соломы вырыли яму, и он там спрятался, и он там прятался. Ну, однажды у него кончилась вода, он зашел в дом, но обычно фашисты в жару не ходили так, чтобы ходили. Это если они делали облавы, чтобы поймать молодых людей, и отвезти в Германию в рабство. Вот тогда. И он вошел в дом, только хотел взять воду, а тут фашисты во двор. Они решили сделать облаву. Ну, что делать? Куда прятать? Они же будут везде искать. И тогда женщина, рискуя собой и своими четырьмя детками, запихнула его туда вот так под стол, а там скатерть была накрыта длинная. А посадила деток вокруг стола. И говорит, вы же не двигайтесь и не заглядывайте под стол туда, иначе фашисты убьют его. А сама вот так сцепила руки. Они ворвались в дом, перерыли все. Под кровати заглядывали, на печку, под печку, даже в печку заглядывали. Ну, а дети же как прикипели вроде бы вот так к столу. Не дергались, ничего. Но они подумали, что если бы там кто-то был под столом, дети бы все равно заглядывали туда. Ну, и они под стол не заглянули и ушли. И вот тогда этот Берцик, мальчишка, ему было 16 лет, вылез из-под стола и упал к ее ногам. И тогда дети разрыдались на весь дом. А женщина 3 дня, говорит, что я 3 дня не могла говорить. Вот так зубы, говорит, клацали. Но она спасла, и всю семью их спасла. Они теперь живут, их род живет в Голландии, Скловские. И вот это там было гетто для взрослых. А с другой стороны, вот недалеко от машино-тракторной станции, только на другой стороне, там был колодец, в котором была хорошая вода, люди ходили брать воду туда, чтобы готовить кушать. И вот там сделали детское гетто. В нем было 120 детей с ноября 1941 года, а пока до 30 мая 1942 года вели их на расстрел, то их осталось 63. И вот такое нам пришло письмо, где-то там в интернете о нас вычитала женщина, которая, мать ее была беженка, в войну сюда попала, и вот ее родила здесь, а у нее была еще старшая сестричка. Так вот, старшая сестричка помнит, и мама же рассказывала, и сестричка говорит, как-то мама пришла, и ну за слезами ничего не видит, и прямо на весь двор голосит, говорит, я ее спрашиваю, что случилось? Она говорит, ну, как обычно, женщины шли воду набирать, а там же гетто, они же там, у кого что было, у кого там кусочек хлеба, у кого там кусочек коржа, или там свеклу, или там какой-то бурячок сварили, ну, что было, то картошку, то что, брали, и чтобы туда бросить через колючую проволоку туда детям. И вот однажды вот эта мама пришла брать воду, а там же еще и полицаи, и фашисты, и не дают, надо еще улучшить момент, когда можно было бросить. И вот мальчишка лет 11 подошел к ней, к проволоке, и говорит ей, тетенька, у вас есть дети? Она говорит, есть. Вы берегите свою жизнь и здоровье, и кормите своих деток, чтобы они выросли, чтобы помнили. Нас все равно расстреляют.
30 мая 1942 года на месте здесь была балка. И вот сюда привели 526 евреев. И уже были выкопаны рвы. Перед этим сюда их присылали вроде бы на работу. Они копали рвы. По сути говоря, они копали себе могилы. Но они же не знали этого. 30 мая их привели сюда. И вот по 5 человек их становили, заставляли раздеваться догола. И становили по 5 человек и стреляли. А потом в конце дня, уже когда всех постреляли, сразу могилу зарыли. Сделали большой курган. И этот курган колыхался больше 3 дней, говорили люди. Ну, стояла здесь стража, стояли полицаи, стояли фашисты, и сюда людям нельзя было подойти, чтобы кого-нибудь спасти, потому что матери спрятали своих детей за спину, чтобы хоть они остались живы, они же не думали, что их сразу зароют землей. Поэтому были живые и в земле умирали уже, задыхались в земле. А потом, когда хранилище это делали, тогда перенесли останки все сюда наверх, выше, и сделали здесь в 1976 году, сделали этот памятник и сделали его открытие. 30, каждый год 30 мая сюда приезжают евреи, приезжают со Златоустовки, приезжаем мы с Красино и проводим здесь День памяти.